Доброго времени суток, подписчики компании «Уральская усадьба». Сегодня 3 мая 2017 года. Смонтирована теплица арочная 2М, 2 метра ширина, 6 метров длина. Свалена с профильной трубы 20 на 20, стенка 1,5 мм. Порошково-полимерная краска светло-серого цвета. Фундамент брус 100 на 100, пропитанный антисептиком. Поликарбонат 15-летний, все швы по кругу, все качественно. С одного торца форточка, и здесь разрезная дверь форточка с крючками и заглушками. Ну и отзыв клиента о данной теплице. Откуда вы узнали о нашей компании? Мы узнали на выставке. Я была на выставке в Коске осенью прошлого года. И вот искала производителей теплиц, которые делают не только ширину 3 метра, но и другие тоже там 2 или 1,5 метра. Потому что у нас пространство наше вот позволяло сделать не больше 2 метров теплицу. Вот, и мне очень понравилось то, что у вас есть такие размеры. Посмотрела на выставке качество, все устроила. И вот мы наконец-то собрались в этом сезоне и решили такую теплицу поставить. Вот, качеством довольны, очень быстро. Монтажники замечательные, сделали все очень хорошо, быстро, культурно и в сроки. Так что большое спасибо «Уральской усадьбе». Все, спасибо. Привет всем подписчикам канала «Уральская усадьба». Сегодня 7 мая 2017 года. Смонтирована теплица арочная 2М. 2 метра ширина, 5 метров длина. Свалена из профильной трубы 20 на 20, стенка 1,5 мм. Поликарбонат 4 мм, 10-летний. Фундамент брус 100 на 100, пропитан антисептиком, плюс дополнительный фундамент клиента с рубероидом. Один колец глухой, с форточкой. Здесь разрезная дверь форточка с крючочком. Все швы по кругу обвалены, все качественно, заглушки. Красота. И две нитки системы подвязки. Все красиво. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Узнайте много и много-много всего.